Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины и компания Bitfury подписали меморандум о сотрудничестве. Был рассмотрен вопрос об интеграции технологии блокчейн в базовый реестр и в систему продажи конфискованного имущества СИТАМ, сообщает Forklog. Ожидается, что после подписания документа СИТАМ станет первой государственной организацией в Украине, которая задействует в своих процессах технологию блокчейн.